как уговорить маму не идти в школу. Запоминай, тебе это точно пригодится. Встаешь ночью и идешь в туалет. Мама это видит. Еще раз встаешь и опять идешь в туалет. Мама уже волнуется. Перед школой с портфелем в куртке опять идешь в туалет и говоришь: «Мамуль, что-то живот крутит, может мне дома посидеть?» Она помнит, что было ночью, и точно оставит тебя дома.